знаете сказку о красной шапочке, которую стал знаменитый французский автор Жак Миро. И вот по мотивам этой сказки мы поставили наш спектакль. Ну а для того, чтобы вы, наши уважаемые зрители, не расстраивались, когда волк съедает бабушку в красную шапочку, мы решили вычеркнуть этого серого разбойника из нашей сказки. И теперь мы показываем наш спектакль без волка. Всем нравится, надеюсь, что вы тоже останетесь довольны. Так, жили в одном доме мама и ее дочка, красная шапочка. Thank you.
дать ни одного целого жопу. Трое шуток голода, грусть на спавне, сердце гложа, и в башке и всегда плюс. Если любовь-то не поможет, сидят в море, да плюс. Все!
доктор. Что то я не ем маленький. Вкусник. Без защитных женщин. Не употребляю толстеньких жирненьких поросят с подливочкой. О курочках и удочках. И если быть не может. Ну что ж, это похвально. Нам ведь вовсе не обязательно есть только сладкое. Можно кушать, например, капусту. Читай. Жила-была.
и звали ее Красная Шапочка. И какая она была красивая, и какая она была девочкой. И звали ее Красная Шапочка. Да, знаете, зеленая была бы девочка. Стоп! А чем заканчивается? Кинулся волк на Красную Шапочку и съел ее. Вот, вот она, моя сказка. Вот что значит хороший писатель. Да? А вы это куда? Вам же еще рано. Видите ли, доктор, если я не поторчусь в фиолетовую шапочку, съест кто-нибудь другой. А мне бы этого очень не хотелось, тем более теперь, когда у меня такие зубы. Доктор, ай! Минуточку. Ну,
пьешь ей пирог. Правильно! Пирог! С яблоками! С яблоками! Ипполита? Да! Ладно!
полосатые штаны, жилетка, шарф, не хвост. Так это что? Это получается, я только что с ним здесь разговаривала? Да! И что, значит, я сама его в гости к бабушке пригласила? Yeah.
Спокойно. Кажется, у меня есть план. План? Мы напугаем волка, что он больше никогда не сунется в нашу сказку. А как? Сейчас все спрячутся. Правильно. Куда же? Ну я в шкаф. Да. А дальше? Значит так, когда появится волк, ты, красная шапочка, войдешь и будешь чего? Ну, отвлекать. Yes! Come on, come on!
такие большие ужасы. А это, наверное, чтоб меня лучше слышать. Почему у меня такие большие ручки? А это, наверное, чтоб меня крепче обнимать. Тогда почему у меня такие большие зубки? Yeah.
Народный театр, народный против, город Минск, Республика Беларусь.